aldım. 100 gram sahar. Onda yapış ne buldum? Hazır 200 gram. Bir stakan un, kakao и сода разрыхлитель. Так, мына кыздар, 50 грамм какао, азыр мыякта сода, разрыхлитель и мука. Так, буну мондай болду, мына пышный мондай болду. Азыр буну элеп, и лопатка менен акырын салып алабыз. Ой, бисмилла. Мондай лопатка барыңарга сунуштай тилем, абдан жакшы удобный лопатка. Так, кыздар, мына форма куюп алдым. Азыр 180 градуста уже духовка мызыган. Ушуга салып 45 минут бышырабыз. Бисмилла. Так, мына кыздар, мондай торт болду сонун. Балдар жакшы, мен уже кесип жедим, азыр балдарга кесип берейин деп атам. Балам окуйсу, азыр детский мирге келдик. О, детский мир. Эл жок деле. Биз маски кое бербейт ата эч жака. Так, балам окуйсу тең маска менен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мыяктан эмени да билейин дедим эле. Кидочками. Все. Так. О, платьишко тоже красивое. А, вот такие, типа. 500 рублей. А, эмес мененкен. Базумка с менен. Вот такие балам. Балама түшүндүрөт да, мен колу мондай жалыктар керек деп. Мишнин де эмелер узун-узун болуп төрөлөт да балам. Тырмактары. Так, мен мондайды алып кеткем мурун, э? Шундайды алгам 349 рубль. Мен канчага алдым эле? Мен 500 рубльга алгам. У них сейчас жакшы акция болуп атыптыр. Такс. Так, мне вот такие надо, бирок распашоночка тоже 62 сантиметр кин как раз. Бун баркен 50-го. Бирок, мне кажется, 50 кичинекей болуп калды го дейм аябай эле, потому что мен эки балам тең, бирөө 51, бирөө 52 болуп төрөлгөн да сантиметр. Сен 51 болгонсуң, Нурлөт 52. Да. Кыздар, карсаңарбы, шесон песочник ушундайлар жагат мына аябай 500 рубль экен. Прям красота. Бирок биздики буюрса кышка төрөлгөнгө. Ну, үйдөн в принципе можно одевать. Так, бул болсо эмеси мененкен уже. А, это бодикен. Так, сейчас покажу. 56 сантиметр. Боди, распашонка тоже баркен. Чепчиги менен, набор. Набор кен полный. 800 рубль. Как раз мына колуна. Так, мяк 50 сантиметр тоже. 56. Ну, могла да сонке, не? Так, это уже платьица. Платьишко кен мо. И вообще сонке. 700 рубль. Красота. Так, мягко да, горкин. Тоже закрытые мясы. 56. Так, с нас 500 рубль. Хорошо. Старому он дарач. Свет красивый, прям яркий. Еще скидку от 349 рубль. Вот, 6 сантиметров. Ну, не, там есть. Мяко тоже бутылет. Красота. Молода сонкин. Алтмышеки. 900 рубль. Как раз кышкага прям. Сон. Ну, тоже, в принципе, нормально.
Негедер мен азыр только мондай яркийлерді алым келет. Розовый, белый. Прям тянет меня яркие цвета. Ну да, сонки. 700 рубль. Негедер ма ашу детский мирдин геймдер жағат. Балдарға тоже шақтан алаш гейм постоянно. Так, пойдем балам якад. Да, кишниколдарға. Шапкалар анча длемескен. Құдайға шүгір, бүгін күн жылу. Кішіне шамал, бірақ жылу шамал. Прогулкалып жүрөз. Мен эсептеп көрсөм, почти бир жумадан бери эшикке вообще чыгаң экен. Прогулкагачы, магазинге чыгып эле кайра кирип эле. Бирок эки күндөн бери үйдөмүн практически, вообще эч жака чыкпай эле. Жөө, кичине басып прогулка кылбасак, уже үйдө жатып, уже семирип кетип отурабыз. Мен семирип кетип отам. Вес эмнеге ылдам кошуп атам, эмне үчүн дегенде, могу 40 күн отпускам. Вообще эчтеке кылган жокмун, эч жака чыккан жокмун. Токсикоз болгондуктан тамак жеп эле жататтым, эмне үчүн дегенде, сразу жатпасам кузуп койчу дейм да, ошондуктан жеп эле жатыш керек болуп атты. Оокат эчтеке кылгым келбейт. Ошого дагы весь быстро набрала. Прям өзүм щечкаларымды прям байкап атам бетимдин. Особенно WhatsApp менен бирөө сүйлөшүп атканда пол почти экран менин бетимде эле сезилет да. Биз прогулкадан келдик только что. Балдар гречка жакын отуруп жечи балам. Жумуртка менен куруп бердим. Өзүм азыр мыякка кечкиге. Филе, так получается, картошка, морковка, лук. Гречка салып койдум. Мультиваркага тизилдим. Быстро кичине куруп эле салып койдум. Это полезный мультиварка. Так. Теперь гулять идем, да, балам? Мама, у вас нет денег, но там кошелек. Парка гриль дотовся. Мама, у вас нет денег, но там кошелек. Так, мягко парикмахерский, мягко продуктовый магазин. А здесь не покупай шаурму. Это кафе. Шаурма. Статкин. Вообще, халяль дот нарвали? Да. Надо проверить, халяль чина ли. На вынос. Сейчас везде на вынос работает. Смотрим, парк как летался. О! Онда секри өткілі дейді мияқтан. Тет жақта кен емес сияз, ұшаққа барыш керек. Жүр балам, басып барауыз. Иди тогда ты. Балам. Келік ше кішіне. Прогулка қылалық. Саат уже 5:30 болып қалды. Кішіне 6:30-7-ге тең әмет әлі. Онда мой пойдем. Ато прогулка қылбасақ балам, үйде отырып уже мен. Жаман күн алдым, вообще эшикке чыккым келбейт, если честно. Ушундай жалкоо жагым бар да. Азыр мен балдарыма айтып берип атам. Силер кичинекейиңерде ушакта прогулкага келчик деп. Мыякта коляска менен кечинде келсең абдан сонун, бирок чиркейлер аябай көп талап кылат чиркей. Азыр эле чиркейлер бар экенби? Бирок азыр Уркутта аябай күн ызый эле экен. Кажется, чиркейлер аз болуш керек. Тентек бала. Гагель, гагель, гагель. На велик чендер жүрөт. На велик катается. Так, мягко. Детская. И дальше. Озеро бар дейт мягко балам. Но озеро он горлик. Азал парад чат мен озерага. Это
не слишком очень это болото. Болото. А там люди купаются? Нет. Ну, значит, болото, да? Красавица, красота. Красивый. Тартаем балам сиротку? Да, подождите, подождите. Ты не хочешь балам фоткаться тут? А, быстрей! Ой, ой, ой! Да. Вон он, видите, считается кто-то. Он там. Эй, семечка лолва, э? Да, да, да. Вилочка держит. Ай, я вина снагрикет. Да, где семки там. Семки надо было, да, купить? Угу. Пойдем. Нужно копить. Нам он дойдет, Ксан. Уже комары кусают, да? Чурбалам. На эмиге гелдик уже, был пруд ко балам, а? Не оле. Не балам, не дейсинг, мяг там нелер бар болот дейсинг? Когда минус 20 с чем-то. А, минус? Не, ну выше минус 25. А. Там утки. Да? Гуси какие-то. Откуда они прилетают? Я ведь мягко, если честно, бринчо огородом. Не была еще ни разу. Мягко не знаю, что строит, мол, вообще джох полче балам могу. Да. Мне баяда балам школа как раз май на яхтар гельцем уже построили. Вон да, я мягко кошпер, да, жгу тюрб. Не знаю, что они там строят. Школа? Угу. А мы таком бельбим, ну, орстар вообще молодцы. Больница, шундай, школа, они быстро строятся, вон, да, юлер, садик. Это точно не садик, потому что там на Муахта садик пар. Но здесь садик. Здесь жилые дома полные. Все, пойдемте. Черкели райой, это лучше, ты уже? Букшни колам уже вообще ли. Чах пусть тут. То это тунгол, что мы сегодня срод поймем. Оказывается, плюс, когда плюс 20. Да. Плюс 25 был он, да? Ловите меня, лебеди. Я пошел. Эй! Тыщ! Красиво. Угу. Парк полный айландык. Азыр кайра жана тетшетка жака келдик. Чиркейлер талап койду вообще, блин. А, мяк. Басқа площадка екен. Ал тийин ар жакта. Экинчи окшойт кичине чоң балдарга. Чак кичине калдарга. Ой, балдар ойносун. Кышында тети могу. Горка вообще сон болуп калат. Красивый места. Уже чықтық парктан қыздар ато. Іштемелер, шіркейлер чалар талап қойды. Бұл өкі гүл чоғыл тоғады. Кемге өрішет білмейм. Мағау десем, чотан чоғышып байды. Білмейм, мен телефон качествасы жол болса, после монтаждан кейін қандай болу отат, темеді. Ютубтан. Инстаграмға монтаж қылғандан кейін, инстаграм кішіне емесін бұзатты. Бәрі өр. Ютубқа білбем. Ба, сілер білет болшы керексер. Если качество начар болотса, жас қыла қыздар. Если тұта не интересно болотса. Жеке. Здорово. Здорово, балам. Не олды, уял чақтар әпет. Айттым ғой, балдарым. Сілерден уял бербей, ашып тұрайып бер. Бұл ұзын олса, чоң кішінеке баламан. Бұл болса, чоң баламан, а? Шындай.
Эттек тағылшат, уялчақта болып қалшат. Чонға қағалды. Келяд. Аз уже үй жаққа бартауыз. Дайша? Да. На дағы. Рахмат жан. Вам не трудно держать? Нет. Маны, не смейте выкидывать, как тот лето. Мамасын сладкий ляры, да. Не смейте выкидывать, как... Так, это получается ящик 1400, а? А, ящик, да. Малина тоже так же стоит, 1400. Так, это 250, а баночка 300 рублей. Здесь уже Егор Тас, қыздар, мяқта. Клубника, малина, алдық, қырғызстандық, деп. И йогурт. Что там еще купили? Сыр, полтора сок. Пусть еще пора тоже. Сейчас я купартал уже. Ассаламу алейкум, қыздар, азыр Павлова деген торт жазайбыз. Буға 4 штук белок, анан сахар, крахмал, кичине лимондун соғу керек болот. Азыр барын сілемен шоғы жазайбыз. Азыр белок тобремето, азыр сахар салауыз 50 грамм. Андан кейін грузный крахмал. Менде лимонный сок жоқ, ошон үшін кислота кичине қошып қойдым. Азыр лимонный сок қошсам болады. На мондай олды, қыздар. Да пиков чалауыз, анан обязательно пригамент салыш керек астына. Ба, өзің ұрқалағандай форма қылып. 100 градус да 90 градус. Ой, 100 градус менен 90 минут пышырауыз. Так, мына қыздар. Мондай қылып салу алдым. Ортоғы. Сырен бұны тоғылық қылып еме қылам. Қыздар, менке мондай форма олды. Форма тұқым, шындай формышқа алдым. Азыр бұны тұқовқаға 100 градустағы ызыған уже 90 минутқа. Ондан кейін бұшқандайын уже ішіне творожный кремдерді сығып, анан өзің орба қалағанда қылып, қоздасың ор болады. Болса, творожный сыр, сахар, анан кішіне сливки. Мұндай бұларды қашық менен емет шықтым. Сілер ұша өзіңі қалағанда қылып, емет сәңір болуды ішін. Так, на қыздар мұндай олды. Павлым, мен құшты тоудойлы қолдығы мен көте бұл қанытқан тоудой. Құдайға шүгір, бірақ үйді өгі болған мелер мен қоғыстып қойдым. Уже кескенде көрсетем қандай. Кейін. Мына разрез мындай. Хрустящий айтып айтсам болады. Торт Павлова деген. Обязательно жазап жеп көріңіздер.